Здравствуйте! Вы на канале «Современные родители». Этот обзор будет посвящен кухонной технике, а именно блендеру Redmond RHB2941. Это модель в белом цвете, что не так часто встречается. Прежде чем перейдем к основной информации, предлагаю подписаться на канал и включить колокольчик. Чтобы вам было удобно, я сделала подборку ссылок на выгодные цены. Оставлю ее в описании. Буду рада вашим комментариям и лайкам. А теперь начнем. Блендер – современный многофункциональный прибор 3 в одном. Он не занимает много места на кухне и при этом сочетает в себе функции сразу трех приборов – блендера, миксера и измельчителя. Устройство идеально подойдет для готовки детского питания, протертых супов, соусов, летних фрешей и теста. Стандартный режим работы 14500 оборотов в минуту оптимален для измельчения нетвердых продуктов. Режим турбо 15500 оборотов в минуту подходит для мелкого дробления орехов и нарезки сыра. Также на этом режиме удобно завершать приготовление жидкого теста. Благодаря быстрому вращению ножей вы легко разобьете в нем комки муки. Блендер оснащен инновационной защитой двигателя от перегрева. Это значит, что прибор автоматически отключается, когда вы превышаете рекомендуемое время эксплуатации. Когда блендер остынет, прибор будет снова готов к длительному, качественному и безопасному использованию. Используйте насадку блендер, если хотите перемешать фрукты или овощи для смузи, а также приготовить полезное детское питание. Берите насадку миксер, если планируете взбить воздушный мусс или пышное тесто для десертов. Измельчайте мясо или твердый сыр в специальной чаше с помощью S-образного ножа, если хотите мелко нарезать ингредиенты. Две скорости вращения ножей и венчика позволят вам измельчить, перемешать или взбить продукты до нужной консистенции. Я отобрала основные особенности, о которых говорят пользователи этой модели. Сначала отрицательные. Малый объем чаши измельчителя. Быстро перегревается и отключается. Венчик очень быстро разболтался. Нет регулировки скоростей. Сильная неприятная вибрация двигателя. При работе с измельчителем из-под крышки выплескивается жидкость. Нельзя переключить режимы скорости. Скоростей две всего. Теперь перейдем к положительным. Мощный, удобный, режет все. Отличный блендер рубит, крошит, измельчает отлично. Мощность, комплектация хорошая. Качество сборки. Эргономичный блендер, ничего лишнего. Удобен и прост в эксплуатации. Работает тихо. Надеюсь, обзор был полезным. Буду рада вашим мыслям. Делитесь ими в комментариях. И, конечно же, лайкам. Ставьте палец вверх. А теперь самое время подписаться на канал и включить колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании. До скорой встречи на канале «Современные родители».